Долго ли думал над предложением от нашего клуба? Сразу ли согласился вернуться? Как первые эмоции после возвращения в клуб? Думал недолго, больше были, наверное, вопросы с предыдущим клубом, скажем так. И так как «Динамо» было самое конкретное, самое настойчивое, то, в принципе, выбор, наверное, очевиден. 3 года тебя здесь не было. Так, на первый взгляд, что уже изменилось? Что, может быть, осталось здесь по-прежнему? Многие люди остались те же. Что изменилось? Я пока еще не так долго здесь после возвращения, поэтому отвечу через какое-то время, скажем так. Познакомился ли уже с ребятами по команде? Кого-то ты наверняка знаешь, кого-то, может быть, видел в первый раз. Как пока вливаешься в коллектив? Да, хорошо вливаюсь. Понятно, что с ребятами поопытнее, как бы знаком с кем-то лично, с кем-то заочно. С молодыми еще более тесно предстоит познакомиться. Но пока все хорошо, все позитивно, поэтому, я думаю, проблем не будет. Работаешь пока по индивидуальной программе или уже вместе с командой? Вместе с командой, но так как команда начала работать чуть-чуть раньше, они меня, скажем так, в плане функционального состояния опережают, поэтому определенную работу я делаю индивидуально. Артем Викторович, наверное, один из самых молодых тренеров, под чьим началом ты работал. Как работается, как тренируется под его началом? Есть ли какие-нибудь отличия у такого молодого тренера? Первое, что, наверное, так бросается, то, что человек постоянно интересуется, скажем так, состоянием твоим, и неважно, физическим, эмоциональным, то есть может делать какие-то корректировки, что, я думаю, не все тренера так поступают, и это определенно, я считаю, плюсом, когда в ситуации, если тебе нужно чуть паузу дать какую-то, в этом вообще нет никаких проблем. Я думаю, что, опять-таки, мы не так долго сейчас вместе работаем, но есть чувство, что все сложится успешно. Давай раскроем главную тайну. Тебя мы анонсировали с помощью Инстаграм-аккаунта. Давай откроем людям секрет. Это твой настоящий Инстаграм-аккаунт или подложный? Нет, конечно, это не настоящий. Я, в принципе, не пользуюсь Инстаграмом, но сам ролик посмотрел, тоже мне понравилось. С учетом того, что я особо в этой социальной сети не интегрирован, то прикольно получилось. И вроде бы и людям тоже понравилось, поэтому позитивно вдвойне. Следующий матч нас ждет в воскресенье. Играем против Белшины. Планируется ли твое участие на данный момент в этом матче? Как вообще настрой? Пока мы еще это не обсуждали, но я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что, опять-таки, у меня есть, скажем так, индивидуальная работа, которую мне там даже беговая нужно доделать. И в нынешнем состоянии, наверное, только лишний будет риск. Я думаю, мы еще с Викторовичем это обсудим, но нет пока такого конкретного решения, но я думаю, что мы к какому-то вердикту придем. Если в этом году забьешь гол, ты всегда славился хорошими празднованиями. Уже думал, как в этом году будешь отмечать, если все получится? В последнее время я праздную, в принципе, одинаково, и, наверное, это не все знают, но у меня не стало папы, он был военный, поэтому все свои голы я праздную так и в честь него. То есть все туда, скажем так.